Друзья, приветствую вас на канале ICO стартапов и майнинга. В данном коротком обзоре я хочу показать, как правильно вернуть свои средства с ICO стартапа BlockCND. Как всем уже известно, данное ICO завершилось неудачей, потому как собрали сравнительно не то количество средств, которое было минимально заявлено. После завершения ICO они добавили подробную инструкцию, как вернуть средства, сделать обратный обмен токенов BlockCND на эфиры. Вот. Но люди уже делают ошибки по возврату. Самая первая ошибка — это неправильно устанавливают кошелек MIST. Кто это делает? Это те люди, у которых, соответственно, были эфириум монеты на кошельке MyEtherWallet, и они с данного кошелька покупали. Соответственно, эти монеты попали им сюда. Но возврат на кошельке MyEtherWallet сделать не получится. В любом случае нужно качать кошелек MIST и устанавливать его на стационарный компьютер, ну, то есть на рабочий стол. Как это все правильно сделать? Вот я оставлю ссылочку на GitHub. Нужно скачать последнюю версию кошелька. Опускаемся ниже. Вот, под Windows 64 или 32, ну, у кого какая версия. Нажимаем, качаем. Я уже скачал это, разархивировал. Что делаем дальше? Запускаем exe-шный файл. Запустить. Итак, друзья, именно с вот этого момента очень-очень внимательно. Смотрите, нажимаем Use the My Network, вот, на нижнюю. И что мы видим? Мы видим вот такой вот квадратик. Для людей, которые впервые создают кошелек, у них нет, они просто нажимают skip, продолжить, вот, и у них начинается генерация кошелька, создается адрес, соответственно, новый. Вот. Но для вас, для людей, которых имеют уже кошелек, и они создавали на MyEtherWallet, у вас должен быть JSON-овский ключ с вашим кошельком. И вот этот ключ JSON нужно, где вы его хранили, в папочке, вот, перетянуть и забросить сюда. Когда вы его забросите, нажать далее, и начнется генерация блоков. И, ну, это займет, соответственно, некоторое время, сутки, двое. Вот. И после этого, вот тогда уже дальше можно будет обратиться к инструкции, которую добавили команда BlockCND, и по данной инструкции проделать все вот эти действия. Итак, друзья, делайте первый этап, скачивайте кошелек MIST, забрасывайте ваш JSON-овский файл с MyEtherWallet с вашим кошельком и делайте синхронизацию. После этого я запишу подробное видео именно уже по инструкции, что нужно делать дальше. Все, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, Skype, Telegram, Twitter. И всем до свидания. До следующих видео.